Мы хотим, чтобы «Торпедо» всегда побеждала. Потому что это наша любимая команда. Мы болеем за нее и всегда стоим до конца. Желаем сегодняшней игре со «Львом» только удачи и, естественно, победы. «Торпедо, вперед!» Я поздравляю команду «Торпедо» с 60-летием и желаю дальнейших побед и меньше травм. Мне очень нравится, как вы играете в этом сезоне. «Торпедо» – чемпион. Как, на ваш взгляд, должна выглядеть идеальная команда? Я считаю, что на сегодняшний день наша команда близка к идеальной. Кого бы из нашей команды вы отправили на шоу «Тафгаев»? Это трудный вопрос. Тюляпкина. Я с ним согласен. У нас игроки, не «Тафгаи». Что делаете 29 февраля вечером? Я думаю, что буду здесь. На хоккей иду. Смотреть хоккей. Плей-офф будем смотреть. А если я приглашу вас на свидание, что выберете? На хоккей пойду. А потом на свидание. Ну, мы пойдем на ужин на хоккей. Начнем на хоккей. Ну, так мы здесь встретимся. Сегодня команда проводит последний матч регулярного чемпионата, но сезон на этом не заканчивается. Спасибо команде, спасибо Каре Ялонин за то, что мы получили длинный хоккейный сезон. Желаю хорошей победы в плей-офф, и «Торпедо» рулит. Почему болеете за «Торпедо» сегодня? Ну, потому что наше детство прошло на этой команде. Мы еще вспоминаем Федорова, Варнакова, Ковина, Скворцова, которые еще в свое время поехали и взяли как лучших игроков из «Торпедо» за крылья Советы. И они с 16 шайб заброшенных там забили 13. И вот сейчас сын его играет. Надеемся, будут и внуки. Болеем за «Торпедо», Саров болеет за «Торпедо». Кто такой Каре Ялонин? Ну, это наш игрок. Тренер. Тренер. Тренер сборной. Это главный тренер нашей любимой команды. Кто такой Каре Ялонин? Горячий финский парень. Я хочу пожелать команде «Торпедо» успехов. И хочу сказать спасибо Каре Ялонину за то, что он создал такую хорошую команду. И удачи в плей-офф. Как болеешь? Покажи. Торпедо! 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 Торпедо чемпион! Вперед! Торпедо! Торпедо вперед! Ура! Бело-синий сам сильный! Я люблю вас, «Торпедо»! Торпедо вперед! Торпедо лучше всех! Раз, два, три! Торпедушка, дави! Что пожелаешь нашей команде на плей-офф? Чтобы они выиграли Кубок Гагарина, чтобы у них всегда все было отлично, чтобы они держались. Молодцы, «Торпедо»! Лишь бы не был травм! Мы самые сильные! Мы чемпионы! Победа – это одним словом, а так, чтобы все получалось, чтобы везло, чтобы не было такого, чтобы 30 раз бросить и ни разу не попасть. Победа – «Торпедо», только победа. Победить и выиграть Кубок Гагарина. Мы верим в свою команду, я думаю, в этом году она играет как никогда, и все-таки, я надеюсь, мы пройдем первый раунд. С кем бы из хоккеистов ты хотел бы сходить на каток? Роберт Нильсон. На какого игрока ты хочешь быть похожим? Я хочу быть похожим на Ванакова. Мартин Тёмберг. У него хорошие щелчки и броски. Мартин Тёмберг. Кто твой любимый игрок? Коваль. Илья Крикунов. А у меня Юс Хитня. Варнаков. Сергей Розин. А Коваль? Виталий Коваль. Коваль. Почему пришла сегодня на хоккей? Потому что я очень люблю нашу команду «Торпедо». Поддержать свою команду. Болеть за любимую команду. Потому что я очень люблю нашу команду, она у нас самая лучшая, и болею за нее постоянно. «Торпедо» – это просто суперкоманда, в которую мы верим, которая должна оправдать наши надежды, да. В общем, «Торпедо» – чемпион. Потому что мы чемпионы, самые лучшие, и, в общем, мы за победу. Потому что мне нравится на хоккее. «Торпедо» – моя любимая команда, поэтому я здесь. Потому что хоккей – самый лучший вид спорта. А за кого ты болеешь? За «Торпедо». «Торпедо»? Да, вперед. «Торпедо» – лучшая команда, я хочу, чтобы она всегда побеждала. Что такое хоккей? Это наше увлечение и хобби. Хоккей – это наша игра. Это спорт. Это борьба. Офигенная игра. Хоккей – это наша родная команда. Кто наша родная команда? «Торпедо». «Торпедо»? Чемпион! Если что, будете шестым полевым игроком? И седьмым, и восьмым бы.
Что самое важное для победы? Поддержка зрителей. Вы готовы поддержать нашу команду? Конечно, и не один. Порвем глотку, но будем кричать. Торпеда! Вперед! Что ждете сегодня от игры? От игры накал страстей, как это всегда бывает в плей-офф, и победы от любимой команды. Хорошее настроение? Замечательное. Надеемся только на победу. Торпеда! Чемпион! Что пожелаете ребятам сегодня? Чтобы победили! Торпеда! Вперед! Кто тебе больше нравится, хоккей или хоккеисты? Хоккей. 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 Наверное, сама игра, сам процесс игры. Хоккей. Хоккей, потому что там очень все здорово, мне нравится, как играют. И то, и другое. И то, и то. Наши хоккеисты прекрасны. Хоккей? Все будет окей. Что взяли сегодня с собой на игру? Ну вот, видно, что мы взяли с собой. Что, душу свою. Что сегодня взяла с собой на игру? Свои талисманы. А хорошее настроение? Конечно. Своим любимым шарфом. Ну как, с вообще отличное настроение. Себя взяли, да? Будем болеть, настроение. Как можем. Обязательно боевое настроение, чуточку везения. Ну и всего команде всего самого наилучшего, чтобы команда победила сегодня. Как будете поддерживать нашу команду? Только не до инсульта, а так буду хорошо. Хоккей – это любовь с первого взгляда? Конечно. Да. Конечно. Готов на все ради хоккея. С полувзгляда. Как вы готовы поддерживать свою команду? До конца. Покажите. Вперед, Торпеда. Правда, что во время плей-офф атмосфера на трибунах совершенно другая? Конечно, другая вообще. Несомненно. Наши стали говорить, как звери. Как ведут себя болельщики с выходом в плей-офф? Ну, намного, наверное, я думаю, азартнее, агрессивнее. Все как-то сплотились, сдружились, и все хотят, чтобы команда вышла дальше, чтобы команда победила, и чтобы мы могли гордиться чем своим достижением. Все говорят, что мы темная лошадка, а мы не лошадка, мы большой рогатый олень. Торпедо! Чемпион! Привет, что такое хоккей? Хоккей – это моя жизнь. Хоккей – это спортивная игра, в которой нужно побеждать, нельзя проигрывать. Это самый лучший вид спорта. Хоккей – это сила, класс, мощь. Хоккей – это честное состязание лучших из лучших. Хоккей – это самая лучшая в мире игра. Эмоции, адреналин. Даже не знаю, победы, радость. Почему вам нравится хоккей? Ну, это самая лучшая игра, наверное. Это супер, это эмоции, это класс. Я вообще первый раз, ну, мне думаю, что понравится. Вообще первый раз еду на хоккей. Скажу вам по секрету, хоккей – это любовь с первого взгляда. Да, я надеюсь влюбиться. Торпеда! Вперед! Что самое главное в победе? Воля к победе, естественно, умение. Как думаешь, что главное в хоккее? Дух хоккея. Главная команда. Продолжите фразу «хоккей». Все будет окей. А погромче? Все будет окей. Хоккей? Все будет окей. На что готовы ради победы любимой команды? На все. Абсолютно на все. Я за нее жизнь отдам. Что вы готовы бросить, чтобы попасть на матч любимой команды? Да что угодно. Да на все, собственно. Работу прогулять, если что. Ну, это тоже, да. Болеть, орать, кричать «Торпеда вперед!» Прогулять работу, что было уже не раз. Я готов вообще на все. Знаю, я готов на все, чтобы «Торпеда» сегодня выиграла, победила плей-офф и стала чемпионом. Вперед, «Торпеда!» Что ждете от сегодняшнего матча? Только победы. Болеем за «Торпеда», очень переживаем. Очень нравится хоккей, здесь праздник. Очень хочется попасть в фан-клуб «Торпеда», чтобы с ними под барабан кричать. Бело-синий самый сильный! Бело-синий самый сильный. Эй! Бело-синий самый сильный. Бело-синий самый сильный. Этот год «Торпеда» лучше всех. И я думаю, если мы будем болеть как всегда, то «Торпеда» кубок Гагарина будет на Гагарина. «Торпеда»! Вперед! Бело-синий самый сильный. Бело-синий самый сильный. Бело-синий самый сильный. В России нет еще пакета. Команды лучше, чем «Торпеда»! Продолжите фразу. Голос свой я не жалею. За «Торпеда» я болею. Кубок Гагарина. Кубок Гагарина, естественно, проспект Гагарина. «Торпеда»! Вперед к победе! Бело-синий! Самый сильный! «Торпеда»! Вперед! «Торпеда»! Вперед! Кубок Гагарина! На проспект Гагарина! Кубок Гагарина!
Кубок Торпедо. На что вы готовы ради победы, любимая команда? На следующий день после победы, да, готовы пропустить рабочий день. Шеф, это шутка была.